Здравствуйте! Сегодня мы распакуем духовой шкаф бренда Штоф. Но перед тем, как мы его распакуем, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть больше обзоров и поставить лайки. Духовой шкаф у нас бренд Штоф идет. Модель у нас идет декор 845 в белом стекле. Коробка у нас большая. Вес духовки без коробки 31 килограмм, в коробке 33 килограмма. Давайте посмотрим, как сама духовка выглядит и как она запакована. Коробка у нас аккуратная, легко разбирается. По краям у нас сразу идут подложки из пенопласта, чтобы духовка у нас не повредилась во время транспортировки. Снаружи идет еще дополнительно полиэтиленовый пакет. Сразу мы видим, что есть шнур с вилкой для подключения к сети. Белое стекло. Как мы видим, есть утапливаемые ручки. Серая ручка открывания двери. Такая интересная полукруглая форма. Также мы видим, что есть панорамное стекло. Шкаф смотрится очень интересно. Но уже про более подробные характеристики данной модели мы расскажем вам в следующем видео.